В Мурманске выберут лучшего учителя и воспитателя. Сегодня стартовал региональный конкурс профессионального мастерства среди педагогов. В нем примут участие конкурсанты из 13 городов области. Участники будут выступать в нескольких номинациях. Одна из них, популярная среди молодых преподавателей, дебют. Престиж профессии учителя напрямую зависит от уровня образования в регионе, а он у нас по статистике один из самых высоких по России. Так что нашим педагогам есть чем гордиться. Ну а подтвердить или улучшить навыки как раз поможет такой конкурс. Мы традиционно идем по логике федерального конкурса. Мы берем и открытые занятия с детьми, и мероприятия, которые ориентируют и показывают возможность работы с родителями. Будут введены мероприятия, которые позволяют оценить возможность работы в диалоге со своими коллегами. Помимо учителей, за звание лучшего в этом году поборются и воспитатели детских садов. Юлия Юрьевна приехала на конкурс из Снежногорска. Девушка будет выступать в номинации «Дебют». Несложно догадаться, что это первый ее выход. Она немного волнуется, но держится уверенно. К детям у нее особенный подход. С детьми работать сложно. Иногда сложно их понять. Иногда они меня не понимают. Иногда испытывают меня. Кто кого? Они меня или я их? Они у меня малыши еще, но все-таки я нахожу с ними общий язык. Сложности встречаются. Без них, конечно, никак не обходится наша жизнь. Впереди у педагогов три нелегких дня испытаний, которые выявят сильнейшего. Уже сегодня, после торжественной части, участники будут защищать свой опыт работы. То есть то, чему они научились за годы своей практики. Итоги конкурса подведут 18 апреля.